Сегодня по социальным сетям и мессенджерам жителей республики разлетелась информация со списком адресов, находящихся на карантинной изоляции. В нем обозначены более двух десятков многоэтажек Чебоксарного, Чебоксарска, Канаша, Цивильска, а также дома в нескольких районах Чувашии. Сообщается, что перечень заверен одним из заместителей начальника главного управления МЧС России по Чувашии. Представитель ведомства пояснил нашему каналу, что информация не соответствует действительности. Сообщаем, что информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах с адресами объектов Чувашии, якобы находящихся на карантинной изоляции, является недостоверной. Подчеркиваем, что Главное управление МЧС России по Чувашской Республике не уполномочено вводить подобные меры. Опубликованные сведения не соответствуют действительности.